This sprawling empire is powered by hive worms. Gargantuan planets of industry. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. With cities that rise from the ash wastes, like sheer mountain peaks, spire upon spire, tower upon tower. The hives climb so far above the poisoned clouds, they cleave the heavens. And what nightmares may come in these hive cities, where humanity has been allowed to grow unchecked in its teeming billions. Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте попробуем поиграть в игрушку под названием Necromunda Hired Gun. Игра эта сделана по мотивам самой, можно сказать, обширной вселенной, которую я знаю. На сегодняшний день это Warhammer. Это одна из самых обширных вселенных, которая наполнена кучей книг, у которой куча лора, куча игр настольных, которая, можно сказать, из настолок и развивалась. Причем самое интересное, что Warhammer 40 тысяч... Сейчас, подождите, аудио. Самое интересное, что Ваха 40К развивалась изначально как некое издание журналов, шутливое. То есть Ваха 40К изначально задумывалась как некая такая карикатура, которая высмеивала все на тот момент довольно известные франшизы. Это были франшизы Star Trek, это были франшизы, по-моему, Доктора Кто и тому подобное. То есть все такие известные франшизы Вахой должны были высмеиваться. Но в итоге оказалось, что у подобной штуки, как Warhammer 40K, образовалась недюжая фан-база, которая впоследствии, можно сказать, переросла в таких Ваха-поклонников очень сильных. И создателям Вахи ничего не оставалось, кроме как развивать вселенную и направить вселенную уже на более серьезные рельсы. Впоследствии создатели Вахи уже создали по заказу первую итерацию игры Warhammer 40K, которая изменялась, обрастала новыми подробностями и тому подобное. Ну а также после, насколько я помню, второй итерации настолки создатели уже заключили, так сказать, контракт на письменные издания, на расширение лора Вахи, на упорядочивание лора. Ну, короче, сейчас мы имеем одну из самых обильных и обширных вселенных, игровую даже вселенную, которую только человек создавал. Вот, даже такие лорные вселенные, как Star Wars, Звездные войны, StarCraft, Дюна, не могут похвастаться столь обильной литературой, как у Вахи. Так, Некромунда, насколько мне известно, это одна из планет-кузниц, планета Улья, в которой производится оружие и все такое. Ну что ж, давайте
запустить кампанию. Новая ячейка. Сразу видим такие мрачные нотки. Подулья контролируют гильдеры. Без гильдии торговцев здесь был бы разгул и начался бы беспредел. Вы скажете, что все равно здесь нет порядка, а я отвечу, что вы просто не видите его. Порядки здесь хотят все бандиты, просто они хотят свой порядок. Порядок, в котором они могут подняться на верхушку и стать главным боссом, трудиться по-черному на хаос, улей и трон. Не для них. Здесь порядок другой. Никто не хочет, чтобы блюстители или кто похуже пришли и установили такой порядок, как в городе Улье. Поэтому мы все соблюдаем законы гильдеров. Иначе все рухнет. Здесь никто не убьет гильдера, разве что только самый опасный отчаянный бандит. А самый отчаянный и есть самый опасный. Вот почему я думаю, что мы должны объединиться. Так мы непременно уберем убийцу Мара Викархса и получим награду. Мы все здесь наладим. Ведь мы ревнители порядка, хотя и немного неразборчивые в методах. По рукам. Поверьте, вы не пожалеете. Чувака явно стреляли. Судя по всему, очень сильно. Был убит член гильдии торговцев, за убийцу назначена огромная награда. Вы с двумя наемниками, предположительно, знаете, где его найти. И отправились за ним. Нападите сообща, чтобы схватить преступника и получить награду. Следующие советы. А когда загрузка? А, все. Сохранение. Продолжить. Оу. Ну, что могу сказать? Микрофризы, да? Да, микрофризы есть. Микрофризы. Игра позиционируется как инди. Ох ты мой красавчик, я собак люблю. Тебя погладить можно? Мастиф. Красавец. Игра позиционируется как инди, но... Бля, микрофризы. Это все убивает. Но, собственно... Прикольно-то. Так, контракт. Пройдите проверку личности. Мадам. Стоп, стоп, стоп. Я Рейдена не выбирал. Я не выбирал Рейдена. О, это Элой. Явно это Элой. Смотрите, похоже на Элой. Как в Кенши. Вот тоже. Мощный хер. Чувака явно косоглазие. Давайте Рейденшей все же будем. Рейден. Уровень сложности. Шансы выжить низкие. Огневая мощь противника большая. Добычи кредитов много. Батя знает, что делает. Вот микрофриза-то, а? Yeah. You sure? Positive. The black serpents are holed up in there. Ну, для инди-проекта очень неплохо. Мне кажется, киберпук так должен был выглядеть. The Count defend all the approaches. We're coming from both sides and from the dome. Тихо, пёсель, тихо, ща будем мочить.
Антураж превосходен, серьезно. Вот, пока то, что я вижу, это превосходно. Смотрите, на черепах, в черепа вмонтированы определенные системы. Жесть. Вообще лепота. Then take out as many as you can. Let them know they're surrounded. А мне можно уже двигаться, не? Ой, какие фризы! Let the hunt begin. Перезапустить миссию, вернуться в штаб. Ладно, норм. Ого. Блин, вот фризы напрягают. Выполняя задание, вы будете видеть маяки проводника. Они показывают самые распространенные пути, так что пользуйтесь ими, чтобы найти дорогу в подулей. А, вот маяк. So this is Escher territory. Офигеть, смотрите, везде кости, все такое прям пробитое. Да что вы говорите? Вот это я не знал, да? Мужик, чё с канистрой застрял? У-у-у, бедолага. Левый контрол, рывок. Да что случилось? Блять, что? И пробел. А, типа паркур. Ну и... Open this Rustam door. Нормально договорилось. Офигеть, вот это не жизнь чувака, сюда просто вмуровали. Чувака просто вмуровали. Дичь. I'm in. Let's do it. See you at the prize. Мне точно сюда? А мне точно сюда, да? Да, сюда. На Е. Сундуки Е. Ты пулю тратишь. А я что получил-то? А, у меня ничего нету. А, вот. Лежать была команда. О, потрошки. Потрошки, макарошки. Тут все лежат.
Ты как, не ранена? Ходу нет. Ну ладно, раз с тобой все в порядке. Ой, какой у тебя тут стульчик винтажный. Так. О, два одинаковых пистоля. Две пистоли. Так, мне туда или не туда? Куда мне? Так, и вот, я забыл. О, как. Так, ладно, погодите. А мне, собственно, куда? Немножко тут побуцефалим. Саму малость. Where are you? Архер. Блин. А куда мне идти-то, а? Чувак, реально. Лежать. Так, аптечка, удерживать. Ладно. Матерь Божья. Ни хрена не понимаю. Ух ты. Аптечки пропали. Уйди отсюда. Аптеки пропали, ёпта. Ну чё такие дерзкие? Уйди отсюда. Ты еще жива, что ли, старушка? Сюда, на базу. Куда пошло?
close! Hurry! I don't like this! Офигеть. Не, ну весело, чё? А, то есть мне сюда? Замечательно. У меня аж рученьки вспотели. Так, погоди. По мне стреляют. Я тут соберу немноженько. Блин, да аптеки пропали, это плохо. Ух ты, мать твою. Ты чё, совсем? Чё там, бессмертие покушал? Или это дружбан наш? Нет, это не дружбан. Собакин? Ты будешь помогать? Такие с вас наемники, конечно. Там кто-то есть что-то? Так, боеприпасики берем. Надо в щиты. Аптечки пропали от слова совсем. У меня было 3 аптечки, я съел одну, у меня аптечки испарились. Куда ты? Несостоявшиеся чистильщики. Я иду туда, иди. Так, а тут что? Тут ничего, не, ну... Бляха-муха. Помогите. Меня тут... Конечно. Ой. Я чуть сам себя не подорвал. Так, дайте мне пистолет. Фигово. Иди помогай. Так фаса, ёпта. А, вот аптечки, я понял. Слышь, собакин, ты как это? В адеквате?
Ладно, хрен с вами. У меня дела. Как я сдох? Я их просто не увидел. Провет. Так, ты там... Нормально? Что тебе нау? You can't handle a few extra. What's going on, Leto? It's not. Нау, блин. Меня тут пытались девственности лишить. Вархаммерской. Но я не дался, я не такая. Leto! Should have done this alone. Knew it. Always work alone. Пластиковый Шрек. Ну ты реально тупой. Ты в кого стреляешь, дичь ходячая? Чё, совсем попутала? Бабенция, ты не перепутала ничего? А мастиф, конечно, переоценили собакина. Ты в кого стреляешь, гнида? Не допрыгнул. Плохо. Да как так-то? Меня буквально с выстрела сносят. Ладно, давайте тактику галактику применим. Тактика галактика. А, вот вы. Кто мне сносил все ХП? Я-то вас даже не видел. А чё у вас тут так много?
Да как так-то? Ну откуда ты взялось? Брысь. Да, анимация дерганая. Брысь. Очень много дерганий. Эпилептикам не смотреть. Вообще, скам — это отброс, или мерзость, или пакость. Миссия пройдена. Класс. То есть нас поимели, и миссия пройдена. Так, пистолеты. Базовая. Спец. Ладно. Добыча, которую нельзя пронести, будет продана. К шансу... Крита... Алло, а вот. А, еще куда? Установлено. Спец нет. Тяжелая нет, костюм. Техно. Талисманы. А, вот они, талисманы. Талисман. Амулет приносит удачу и позволяет получить дополнительный кредит за уничтожение врага. Вероятность 2%. Кредиты от 50 до 60. Офигеть. Вот еще 3%. 2-1%. Так. Пистолеты. Костюм. Ну, отлично. Продолжить. Такая сисяста барба. О, сиськи. Ах. Замечательно. Плата за лечение, обслуживание, стимуляторы 2. Мартис Энд, крупнейшее поселение в этой части Подулья, расположенное на руинах древнего имперского святилища. Оно окружено промышленными куполами, которые имеют большую ценность для домов Орлок и Голиаф. В поселении живут простолюдины и торговцы. Через дом проходит постоянный поток старателей и охотников за головами. Who's there? Oh, you know me. Damn. Jericho, where am I? Martyr's End. Martyr's End.
Marta's End. Beyond Thorian's Dome, beyond the bad zones of Delta 7. Far from where you want to be, I'll wager. But a better place than you'd be in otherwise. Что-то мне кажется, этот мудила и есть тот, который нас подбил. У того тоже косички были. Feels like you did a great job. I suppose it all depends on what you imagine being dead feels like. You seem keener than you should be on finding out. Enough of the riddles, spire boy. What happened? There's time for all that later. You're gonna hurt yourself straining like that. Remember, you only just made it this far. I'm gonna leave you with my friend here. There's a watering hole right outside, a blessed temple they call it. You can find me there when you're ready. Ready for what? That's the fun part. Finding out. Нормально так. Так, ну что, на этом первая, мягко говоря, серия будет, наверное, завершена. О, какая дама. Вот ты тоже красавчик. Да, чувак, да. Все. Если вам нравится, пишите, жмите. Пока-пока. Beep.